Мошенники украли 878 тысяч рублей с банковских карт тагильчан. Потерпевшим звонили с номера 8 800 505 5061. Автоответчик сообщал о подозрительной активности по счету. И лжеоператор, молодой человек с приятным голосом, предлагал помощь в защите от мошенников. Он говорит, мне нужно уточнить информацию по карте, чтобы остановить эти действия. И все. И я ему рассказываю, он мне задает вопросы, я ему рассказываю номер карты, срок годности, три заветные цифры, которые никому нельзя говорить. По словам одной из потерпевших, беседа с мошенником длилась около 40 минут. В итоге у нее украли 178 тысяч рублей. Она брала эти деньги в кредит для бизнеса. Через два часа я только сообразила, и то между делом, между разговором, я такая говорю, какая я молодец, через операторов я все остановила. Через два часа я только начала проверять смс-ки и поняла, что сама рассказала все коды на оплату и на перевод денег с этой карты. В банке девушке не помогли. Карта не была застрахована от мошенничества. В полиции пояснили, поймать электронных аферистов удается крайне редко, но шанс все-таки есть. Теперь ничего, отпускаем ситуацию и живем дальше. Руки-ноги на месте, заработаем. Ничего страшного. Помните, не нужно никому и ни при каких условиях называть свои личные данные. Не надо реагировать на подозрительные сообщения или звонки. В крайнем случае стоит лично перезвонить в банк по номерам, указанным на карте.